Здравствуйте, вы смотрите программу «Городская среда». Ни для кого не является секретом, что главный город страны, столица Молдовы, Кишинев, является заложником амбиций политических и финансовых либеральной партии. Доказательств тому немало. Вот еще одно. Выяснилось недавно, что лидер молдавских либералов Михай Гимпо готов пойти на любые унижения ради того, чтобы его племянник, который является сегодня генеральным примаром столицы и по совместительству еще и заместителем его в партии, стал обладателем неограниченных полномочий в столице. И речь идет о новом законе или об изменениях в закон о статусе муниципии Кишинев. Почему для партии, которая уже и без того так узурпировала все рычаги влияния в муниципии, для этой партии так важен этот закон? Поговорим с сегодняшними гостями. Депутатом парламента Василием Боли, муниципальным советником Максимом Лебединским. Здравствуйте. Здравствуйте. Партия социалистов, точнее представители партии социалистов, как в муниципальном совете, так и в парламенте уже проводили пресс-конференции, брифинги на эту тему, говорили о том, что Киртак и его коллеги по партии делают все возможное для того, чтобы узурпировать, позволю себе такой термин, совершить рейдерский захват примарии, узурпировать все полномочия в примарии, принимать исключительно только лишь силами исполнительной власти все решения и таким образом отодвинуть на второй план муниципальных советников, хотя мы, в общем-то, понимаем, что по статусу муниципальные советники – это аналог парламента, это тоже городские законодатели, законодатели нашей жизни. Так почему такая идет, вот, ну, не знаю, такая жажда власти или такое желание перевернуть все? Хотя, мне кажется, эти изменения идут вразрез с целым рядом и, наверное, европейских конвенций, которые мы подписали. Мы должны понять, что по истечении двух предыдущих мандатов господина Киртаки он встретил определенную оппозицию, которая в определенный момент стала, в принципе, техническим большинством и начала наводить порядок в этом городе. Наводя порядок, мы, соответственно, начали потихоньку отгребать все то, что господин Киртак делал по истечении тех 8 лет. И, соответственно, мы констатировали факт того, что по истечении 8 лет он ни разу не имел решения совета, хоть оно обязательно на основании решения правительства, для делегирования сотрудников за границу, да, в какие-либо командировки. То есть господин Киртак принес ущерб бюджету в сотни тысяч леев, не имея на то права, отправляя граждан, к примеру, за счет примарии в какие-то командировки. И это только одно из... Да. Также было установлено, что начальников управлений или других структур, подведомственных муниципальному совету, также он назначал своим решением, также не имея на то права. Хотя это являлось эксклюзивной компетенцией муниципального совета. И многое другое. Когда мы начали поднимать вопросы, опротестовывать, принимать соответствующие решения, вызывать на рапорт, нам все сотрудники из исполнительного органа говорили, а так делалось. Я говорю, а как предусмотрено законом? Ну, по закону должно быть по-другому. Так давайте, ребята, будем делать. Явка с повинной, можно сказать. Такая. После чего мы начали по пунктам выделять все те нарушения, господину Киртаку было проще попросить своего дяди, чтобы он изменил закон, чем соблюдать действующий и существующий закон на данный момент. Они говорят, что есть какие-то противоречия между законом о статусе муниципия Кишинев на данный момент и законом о местной публичной власти. Как таковой, в законе о статусе муниципия Кишинев просто есть пару норм, которые они либо устарели и не могут быть применены, либо которые в пары фраз должны были быть изменены. Все. В остальном, те полномочия, которые были предусмотрены законом местной публичной власти, дополнялись полномочиями с законом о статусе муниципия Кишинев. Проблем как таковых не было в законе. Проблемы были в способе его применения. Как я говорил ранее, решение для них стало вынесение нового закона в новой редакции, который, как вы сами установили, делает его таким маленьким царьком местного разлива и дает ему определенные полномочия. Несмотря на то, что параллельно был еще за год заранее зарегистрирован закон от ППМИ,
До сих пор этот закон не был поставлен на рассмотрение ни в одну комиссию парламентскую, хотя закон господина Гимпу, да, он от марта месяца, кажется, если я не ошибаюсь. И уже первое чтение прошел. Да, он уже и первое чтение прошел, но в течение пару недель он тогда прошел практически все комиссии. Пытались за полтора часа объявить о публичных слушаниях по закону и многое другое, лишь бы скрыть или формально дать законность всему этому. И, соответственно, ввиду того, что в парламенте как за основу взяли все-таки закон ГИМПУ, а не другой, было четко ясно видно, кто продвигает это. И, соответственно, ввиду того, что сейчас ставится на голосование бюджет приоритетным, я понимаю, и разменную монету. Речь идет опять о торге. А что в парламенте, Василий, говорят относительно, ну вот я понимаю, что либералы за. А как представители других фракций реагируют на это? Возвращаясь к предыдущему вашему вопросу, вы знаете, появление в скорости вот этого проекта о статусе муниципия Кишинева и та редакция, да, вот этого законопроекта говорит лишь о том, что определенные круги из либеральной партии не хотят канализировать, скажем так, или завязать на себе практически все финансовые потоки, которые образовались в столице. Да, в столице. И завязать принятие определенных решений, да, в том числе и финансового характера, на одном человеке. Одном человеке, который является генеральным примаром. Поэтому пошли вот по этому пути, ломая, скажем так, через колено всех и все. Почему? Потому что я хочу напомнить телезрителям, еще в прошлом году была создана специальная комиссия, которая бы разработала проект закона о статусе муниципия Кишинева. В эту комиссию вошли все представители существующих фракций, то есть представители всех существующих фракций в парламенте. И в принципе был после определенной работы был предложен, даже прошли первые публичные слушания в муниципальном совете, вот, проект, который дальше должен был быть представлен парламенту для того, чтобы его принять. Однако вот со временем, то, что сказал коллега, вот вся эта активная, скажем так, деятельность, в том числе муниципальных советников, раскрытие всевозможных схем, и не только в области строительства, но и в области финансов, в области тендеров и так далее и тому подобное, начиная от самого низкого уровня, да, что касается вот банальных там каких-то командировок, да, и заканчивая тендеров на строительство дорог. Банальная командировка только в одном случае установлена финансовой инспекцией, ущерб 300 с чем-то тысяч лей. Только по одному человеку. Ну, в течение предыдущих 9 лет сколько же было таких проездов? Разного рода тендеры на строительство дорог, где используются европейские средства, там десятки миллионов евро. Вот это, скажем так, активная деятельность муниципальных советников в этой области, скажем так, дала по рукам генеральному примару и всей команде либеральной партии. Поэтому пришли с новой редакцией этого закона. Попытались либералы протолкнуть его. Да, вот в первом чтении он был рассмотрен в парламенте. Хочу сказать, что вот сегодня во втором чтении, то есть законопроект должен был быть рассмотрен в комиссии парламентской по публичному управлению, но сегодня отложили рассмотрение проекта. Почему? Потому что вчера мы зарегистрировали очень много поправок к этому проекту, и они не успели сделать определенные
скажем так, технические моменты были, что не позволило им рассмотреть сегодня проект во втором чтении и те предложения, поправки, которые мы предложили. Но что касается парламента и состояния или, скажем так, видения некоторых фракций, хочу сказать, что, соответственно, в нынешней редакции, в которой есть этот проект, мы его голосовать не будем. Того же мнения представители Либерально-демократической партии, партии коммунистов, то, что от них осталось. Очень много членов демократической партии тоже против. Это даже можно видеть в рапортах той же самой юридической комиссии, где многие депутаты критично отозвались по поводу этого проекта. Но то, что сегодня говорил Иван Чабан на брифинге, Михаил Гимпу пытается продавить это, и в какой-то мере даже то, что сказал коллега, мы чувствуем определенного рода шантаж, да, так как сейчас должен будет принят закон бюджета. И идут определенные торги между либералами и остальной частью, скажем так, этого альянса. Поэтому их даже где-то смутило то, что правительство и госканцелярия также дало отрицательный авиз на их проект. И их это как бы беспокоит, потому что они видят, что с объективной точки зрения все понимают, что это незаконно Фелькина грамота. Они нам пытаются уже пару недель говорить о том, что этот закон был полностью отредактирован заново и так далее. И сегодня на той же комиссии парламентской сказали, так если он как таковой не в той форме, как был изначально, почему вы не регистрируете новый законопроект, от которой вы идти, почему вы играете с тем законом, который зарегистрировали, на котором настаивали, но до сих пор нам его не предоставили, мы, в принципе, его еще не видели. Ну вот вопрос вам, как юристу, а какую роль отводят тогда вот эти поправки к закону муниципальному совету? К чему сводится его деятельность, вот, если исходить? Понятно, может быть, нет полной информации об этом, скажем так, документе, но тем не менее. Но важное полномочие, как принятие бюджета, слава богу, оно остается за муниципальным советом. В принципе, это более так формальные вещи. Они игрались словами, да, при составлении данного закона. Они оставили полномочий много для муниципального совета, но везде присутствует фраза «по предложению генпримара муниципальный совет может». По предложению исполкома муниципальный совет может. То есть, если присутствуют эти слова, это значит, что муниципальный совет без предложения генерального примара либо исполкома не может принимать определенные решения, в том числе сдача в аренду, в том числе заключение каких-либо договоров, продажа земель и любой вопрос, касающийся, в принципе, администрирования муниципального имущества. Но сегодня пока не так. Пока не так. Но сегодня можно предложение даже простых граждан таким вести на обсуждение. Проблема состоит в другом. У нас есть еще дополнительно закон о местном избраннике. Этот закон предусматривает общие права и обязанности для всех советников любого уровня, любого типа, начиная от сел, коммун, заканчивая городами, муниципиями и, соответственно, районами совета. Все муниципальные советники имеют право на инициативу, то есть сделать какой-либо проект, предложить его муниципальному совету для обсуждения. Вся страна, любой совет может это делать, только у нас в муниципе Кишинев. Я как муниципальный советник, чтобы сделать какой-то законопроект, я сначала должен получить роспись примаря о том, что он мне это позволяет, что какой-то начальник управления мне это позволяет,
что какой-то редактор, еще кто-то это мне позволяет, и после этого я только могу обратиться в нашу специализированную комиссию, и если у меня будет какой-либо авиз, я приду с ним на муниципальный совет. Когда вся страна, муниципальный или любой местный советник, приходит в свою специализированную комиссию, получил авиз, хорошо, иди на совет и рассматривай. Нет, значит, иди дорабатывай. Все. То есть у нас почему-то судьба столицы должна зависеть от одного человека. Да. Во всей стране у нас нормальные коллегиальные отношения. Мы должны понять, что примар не является как таковым представителем всего города или всего муниципия. Он получил определенное число голосов, но это не было от всех. Когда совет как таковой является коллегиальным органом и представляет все слои населения и абсолютно все видения, которые есть у нас в городе, они представлены в муниципальном совете именно через советников. Даже Европейская харта местного публичного управления как таковой в принципе устанавливает, что представителями граждан на местном уровне являются советы, либо другие коллегиальные органы. И в той же харте указано, что эти советы или коллегиальные органы могут иметь исполнительный орган. То есть по харте статус примаря он не является обязательным. Он дополнительно для того, чтобы как бы облегчить нашу работу. И мы должны думать, что дать ему работать и что нет. Не должен он нам указывать, что мы должны принимать и что не должны принимать. А что говорит международный опыт по этому поводу? Я понимаю, что ведь мы подписали целый ряд конвенций европейского характера даже о публичной власти, о том, как формирует разделение полномочий и в общем, как формировать это публичную власть. Это суть демократии, да, демос кратос, правление народа. То есть с момента, как появилось само название демократии, предполагалось, что народ хочет управлять, сообщать, будь то это прямым голосом, к примеру, в случае референдума, либо через представительные органы, то есть через советы. То есть и европейские нормы, и, соответственно, те международные конвенции, которые мы являемся частью. И в любой нормальной другой демократической стране это делается через коллегиальные органы. Даже там, где есть монархия, и там есть коллегиальные органы. Да? В той же Англии есть королева, но есть парламент. На местном уровне вы очень правильно сказали. В той же России, да, есть депутат местного созыва, есть депутат Госдумы. Можем дать любое другое название, это не важно. То есть, либо это советник, либо это депутат. Но это является человеком, который приходит работать. Да, тогда для чего нас избирают туда? Просто сидеть и узаканивать то, что делает Киртока. Это же нелогично. Если я вижу определенную проблему, и ко мне обращается определенный гражданин и указывает, что там, к примеру, проблема с той же дорогой, у них нету водопровода к дому, естественно, что я должен буду поднимать этот вопрос в совете, но я не должен зависеть от примаря. То есть, если мы в совете 51 человек и 26 голосами принимаем определенное решение, исходя из бюджета, из всего другого, то есть исполнительный орган должен делать то, что мы ему указываем, а не ждать, пока он проснется, пока он придет из-за границы от каких-то там игр или еще чего-то там. С медового месяца, без разницы. Это более актуально, да. Мы не можем. Не будем же за это осуждать, в принципе. Естественно, это только мои поздравления человеку, слава богу, что хотя бы определился. Что-то, да. Но мы говорим о судьбе нашего муниципия. Судьба нашего муниципия не должна зависеть от одного человека. И это относится абсолютно ко всем городам, селам, которые есть в этой стране. Господин Боля, ваше видение? Вы знаете, по поводу этого вопроса, в Европе, в мире вообще практика разная, но то, что сказал Максим, краеугольным камнем является то, что основополагающим органом, который принимает решение, все-таки является совет.
И то, что сказал Максим, что даже в Европейской хартии написано, что вот эти решения Совета для того, чтобы были претворены в жизнь, значит, при Совете должен быть какой-то исполнительный орган. И этим исполнительным органом, да, является лицо мэра и вся его команда, которая должна исполнять вот те решения, которые исходят от Совета. И в Европейской хартии также написано, что и в практике тоже есть такое, что этот мэр, и как представитель исполнительной, да, власти на месте, он может быть либо выбран также народом, как и Советы, либо, есть очень много случаев и примеров в разных странах, в том числе европейских, где мэр, он является лицом, назначенным Советом. В принципе, такого же рода, значит, постановка и решение этих проблем было и в советские времена, если не ошибаюсь, да, был совет, да, городских депутатов, и там, да, и назначали председателя исполнительного комитета, который исполнял те решения или те идеи, задачи, которые были поставлены перед ним советом. Как у нас в случае с районами. Пример. Да, то же самое, как в случае с районами. То есть собирается районный совет, те избранники, которых и избрал народ в определенном районе, и они среди них выбирают председателя районного совета, который уже является исполнительным органом, председателем исполнительного органа. Но тут появляется, понимаете, у представителей либеральной партии немного искажается, скажем, вот это видение, да. Они считают, что раз мэра тоже выбрали, да, так же, как выбрали... Он тоже народный избранник. Он тоже является народным избранником, и у него больше полномочий, и, соответственно, они считают, что совет должен быть подчинен воле вот этого единственного народного избранника, вот этого мэра, да, который люди избрали при помощи голосования. Хотя это противоречит не только там европейским хартиям там, и так далее, и тому подобное, международным актам, но и противоречит Конституции и вообще общей логике, да, местной администрации не только в Молдове, но вообще на глобальном уровне. Ну а тут представьте себе, извиняюсь, к примеру, что парламент не мог принимать законы, если они не поступят как предложение от правительства или от президента страны. Ну это же дебилизм какой-то. Но если, не может быть такого. В течение сессии ничего, да, не поступило. То есть давайте будем ждать, пока кто-то проснется и будет шевелиться. Да, и отберем у народного избранника, да. Ведь смысл в чем вот всех этих принципов демократии, да, и вот этих демократических институтов? Народ делегирует свои права, да, и часть своего суверенитета на национальном, а в данном случае, скажем, на местном уровне, советом. И совет от имени жителей, он управляет, решает, претворяет определенные инициативы, в том числе инициативы там принятия каких-то решений. Ну, для... и предвыборного характера, даже когда были выборы, что-то обещалось тем же горожанам. И не только предвыборного. То есть мы за 4 года в муниципе есть очень много проблем, то есть и в том числе технического характера. И этим тоже надо заниматься. У нас есть отопительный сезон, у нас есть начало, скажем там, я не знаю, учебного года. Все это должно контролироваться. Это все, вся эта инфраструктура, вот и сейчас летний период, готовность тех же парков и озер должна быть приведена в соответствии. И это головная боль, и это работа и советников, и в том числе исполнительного органа. А тогда, они должны с нами координировать свои действия. Да, а тогда, когда все завязано на одном человеке, поверьте мне, что один в поле не воин. А тот проект, который предлагается... Вот если вернемся к проекту, который предлагает либеральная партия, значит, там есть очень много полномочий, которые забираются от муниципального совета. Пример.
Муниципальный совет является фондатор, учредителем, да, основателем муниципальных предприятий. Разного рода дирекций. Дирекция образования, дирекция, я не знаю, здравоохранения. Управление муниципальные предприятия и так далее. Логика. Если муниципальный совет является учредителем этих органов, то почему назначение директоров и смещение директоров должно быть в прерогативе или компетенции примара? То есть они, этого хотят. Чтобы вот эти предприятия непосредственно, дирекции и так далее, управления, они непосредственно были завязаны на одном человеке, например. И чтобы право их санкционировать и увольнять было только у примаря. Него, да. То есть весь город говорит, что Комрецкий не исполняет свои обязанности. Из-за него стоит ни Грутин не отремонтирует. Из-за него отмылось что-то там, из-за него еще что-то там. К нам приходят жалобы, к нам приходят письма с ЧНА, что обратите там внимание. К примеру, по-другому, по Молдовану, офиси территориала канцелярии стат указывает, что в Молдовану не прошел конкурс. Почему он назначит? Но это не мы делали, это Киртока делал. Да, но ответственность нести муниципальному совету. Ответственность за действия управления или муниципального предприятия несем мы, потому что мы его учредили. А начальника ставит он. И думать, увольнять или не увольнять, тоже думает он. Как это так? Как мы можем быть учредителями? Это то же самое, как бы учредить предприятие, но будет управлять им какой-то гражданин, там, который, как в принципе, с вами вообще не будет советоваться. Зачем нам тогда их вообще учреждать? Давайте сразу дадим ему полномочия их и учреждать и так далее. Вы говорили, что отобрали у нас полномочия. Они отобрали у судебной инстанции полномочия. Судебная инстанция, да. По этому проекту генпримар уполномачивается свои диспозиции сносить незаконные постройки или постройки, которые отклонились от проекта. Что значит отклонились от проекта? Это можно понять очень-очень-очень разно. К примеру, по проекту стена должна быть красная, она сделала зеленая, вот вам отклонили. Либо наоборот, на 20 метров вперед. Либо, да. Совершенно другая. Извините, но это является правом собственности. Законное, незаконное, но это право собственности. По Конституции и по любой другой норме, в том числе и по Конвенции Европейской по правам человека, никто не может быть лишен своей собственности без решения суда. То есть у нас для того, чтобы что-то разрушить в нормальном порядке, должно быть решение суда. В муниципе Кишинев один господин генеральный примар своей подписью сносит здание, а вы судитесь там дальше, после чего она будет снесена, и может через пару лет получите какое-то решение. Да, там жопу и судьи разведут руками. Вот, я прошу прощения, вот таких примеров очень много. Если вот сейчас муниципальный совет имеет право, значит, назначать преторов в секторах, то по этому проекту это уже будет прерогатива примара. И не только преторов, но и вице-преторов, секретарей и полностью всех, весь аппарат притуры. Вы представляете? То есть я просто себе не представляю. На сегодняшний день у нас примар в месяц может появиться, за месяц может появиться два раза в примарии, и то на полчаса может быть. А представьте себе, если он на себя нагрузит еще и эти полномочия, то есть кадрового характера, да, назначать, увольнять и так далее, он у себя в примарии, то есть здесь по Штефан Челмари не может навести порядок. А если еще залезет и в 5 притур, так, ну, извините, они чуть-чуть это будет просто тихий ужин. Законом. Они быстренько, где полномочия примаря, да, включили полномочия ему устанавливать штатный персонал на примарию, когда они проверяли все это, взяли от муниципального совета, поставили. Но они забыли то же самое сделать в притурах. То есть в притуре осталось это полномочие за муниципальным советом. То, что видно, что они в попыхах пытались сделать этот закон. В спешке абсолютно. А теперь очень простой логический вопрос. Почему в притуре к
как бы это должно быть полномочие муниципального совета, а в примарии муниципе это должно быть полномочие примария. Чем притора важнее самой примарии как таковой? Почему муниципальный совет не должен устанавливать число граждан, должности и так далее? То есть органиграмму. Как в том анекдоте, нет логики? Нет, понимаю. Ну вот сегодня на пресс-конференции, на брифинге председатель муниципальной фракции партии социалистов Иван Чубан заявил о том, что есть неофициальная информация, что этот закон уже чуть ли не завтра примут. Вот ваше мнение, будет ли эти нововведения внесены? Если да, то кто за них проголосует, по-вашему? И такой вопрос еще, а в этом случае как будет поступать партия социалистов? Ну, я вам могу сказать о том, что нам либералы грозятся уже несколько недель, что мы зря мучаемся с принятием регламента муниципия Кишинев, потому что вот будет изменен закон. И что вы зря время теряете, если мы уже все договорились, и там все отлично. Это мне лично говорили, да, и перед комиссией, и перед заседанием совета мы настаиваем на этом регламенте. В принципе, они от этого и затягивают это заседание с рассмотрением регламента, и поэтому они и выслали его на перерассмотр, потому что у них есть заверение в том, что этот закон будет принят. Уже что относится к остальной части, кто как проголосует, ну, естественно, что это должна быть коалиция, да, то есть правящая. Я думаю, они не зря изменили состав парламентской комиссии по местной публичной власти, включили туда 15 замечательных депутатов, да, которые имеют определенное видение в зависимости от того, как им будет поставлена задача. То есть мы и сегодня могли заметить это. Но что относится к парламентской деятельности, кто как голосует, Василий Андреевич нам больше может рассказать. И как и почему? Да, ну, вот взгляд со стороны, да, вот то, что Максим говорил, не зря изменили состав комиссии по публичному управлению. И эта комиссия в парламенте на сегодняшний день является самой большой, 15 депутатов. Не зря изменили, в том числе и сместили председателя Елену Боднаренко и поставили Виолетту Иванов. Специально для того, чтобы, скажем так, побыстрее этот проект прошел и в первом, и во втором чтении. Но сегодня, если честно вам сказать, я думал, что все-таки мы начнем обсуждение вот тех поправок, амендаментов, которые пришли со стороны депутатов. Но перенесли рассмотрение вот этих поправок и в то же время сослались на то, что есть видоизмененный законопроект о статусе муниципия Кишинев, где вот эти наши поправки в том числе учтены. Я вот этого в новой редакции, или как вам сказать, я даже не понимаю, вот видоизмененный законопроект, который я даже не видел ни на сайте парламента, ни, скажем так, не распределили депутатам по почтовым ящикам. И даже спрашивая у работников секретариата этой комиссии, все говорят, что да, где-то он есть, но мы его не видели. То есть гипотетически существует. И с этой точки зрения очень сложно работать качественно по проекту. Почему? Потому что ты работаешь по одному проекту и представляешь определенные замечания, а люди, которым этот проект очень-очень нужен, они работают по другому проекту. И даже вот первый раз, когда рассматривался в первом чтении этот законопроект, мы говорили об одном, товарищ Гимпу и товарищ Канду говорили совсем о другом. То есть мы читали совсем два разных проекта, и они прямо удивлялись, а почему мы задаем такие вопросы. Потому что в их проекте этого нету, а мы читаем совсем другой проект. Это уже качество парламентского управления получается так. Знаете, спикеру законопроект уже отредактированный приходит, кому-то нет. Но я не понимаю, почему он не поставлен в отредактированном варианте на сайте. Он должен быть публичному доступу. А что касается, пройдет ли он во втором чтении или нет, вы знаете, мне было бы очень интересно увидеть, как за проект, который получил
отрицательный виз правительства, ассоциации местных избранников, КАЛМ, от европейских структур тоже, которые раскритиковали этот проект, который в том числе раскритиковали многие депутаты из правящей коалиции, мне будет интересно, как они за это, да. Как они за это проголосуют. Лично мы в этой редакции, в которой сейчас есть этот закон, мы за него голосовать не будем. Но даже если он будет принят в этой редакции, то мы попытаемся в Конституционном суде опротестовать нормы этого закона, в том числе касающиеся вот полномочий примара и полномочий совета, так как они противоречат в том числе Конституции, противоречат в том числе Европейской хартии, которая Республика Молдова приняла, ратифицировала, то есть подписала, ратифицировала и приняла. И другое не понимаю. Если они говорят, что из 32 или 33 статей, которые есть в этом законе, они поменяли раз, 6-ю статью полномочия совета полностью поменяли, 15-ю полномочия примаря и еще какие-то там статьи, то по сути это совсем другой законопроект, который не прошел проверку в комиссиях. Ни в комиссиях, ни в правительстве, ни в первом чтении. Это вообще другой законопроект. Эти поправки, они не должны быть отредактированы в законе. Они должны быть проголосованы как таковой по ходу действия. И даже, вот я прошу прощения, даже вот регламент парламента говорит о чем? Что в первом чтении голосуется в парламенте концепция, то есть проекта. А уже во втором чтении идет определенная доработка. Но если они доработали, уже. Доработали таким образом, что изменяется концепция, то это уже, то другой, таким образом, другой, это уже другой законопроект. Они должны вот нынешний снять с рассмотрения, предложить другой, который опять должен будет пройти все этапы, значит, парламентских вот этих и слушаний, принятия в первом чтении, а потом уже и во втором. А чем продиктована, на ваш взгляд, такая торопливость вот проталкивания этого документа? Ведь они тоже понимают, что и идут на явные нарушения регламента принятия того или иного закона, и тем не менее продвигают. Потому что, в принципе, по большому счету, ну, не знаю, при хорошей юридической поддержке можно было бы, наверное, как-то, так сказать, разбить эту атаку на город. Человеческая боязнь того, что их прищучат за все те нарушения, что они делали до сих пор. Они надеются, что, изменив закон под те нарушения, которые они до сих пор делали, они смогут прикроить свои хвосты, что оно было и сделано до сих пор. Но я думаю, что вне зависимости от того, что они примут и что сделает Конституционный суд, мы будем работать на то, чтобы изменять этот закон до нормального. То есть даже если они примут в том варианте, как они хотят, мы будем требовать изменения, будем уже выдвигать свои законопроекты по изменению тех статей, которые будут противоречить общим нормам как таковым. Ну, ты знаешь, Максим, я прошу прощения, думая о том, что приняв этот закон, они где-то, скажем так, закроют свои хвосты, которые или те правонарушения, уголовные деяния, которые они совершили раньше. Если такая идея пришла, такая идея пришла Михаилу Федоровичу Гимпу, который 14 лет учился на юридическом факультете, то я не знаю, даже начинающие юристы, студенты первого курса знают, что закон не имеет обратной силы. Вы сейчас им подсказываете, может быть, новый ход какой-то. Дай бог, чтобы они услышали нас, знаете как. Но, тем не менее, давайте это обозначим, например, следующий момент. Закон принят, его надо будет исполнять. Вот что будет в муниципальном совете в таком случае? Как будут реагировать советники? В любом случае мы будем поднимать вопрос на уровне граждан и на международном уровне. Господин Чабан был, соответственно, и в Страсбурге, говорил в том числе, если я не ошибаюсь, и с евродепутатами по поводу всего этого. Мы думаем, что мнение граждан все-таки заставит в конечном итоге правящий альянс
понять, что все-таки желание граждан другое. Если надо будет, не знаю, выдвижем на референдум проект закона, чтобы пускай народ выскажется все-таки, каким образом они хотят видеть. Все-таки идет речь о столице, не о чем-то там еще. Да, это долго, но мы говорим о будущем. Мы не говорим о чем-то единовременном и на данный момент. То есть мы говорим о будущем всего. Ну, к сожалению, просто мне кажется, редкому кишиневцу, допустим, не вдомек, что город стал заложником, так сказать, игр воспаленного разума. Потому что здесь какие-то модели по изъятию денег, территории. Что полномочия продления, к примеру, какого-то договора аренды зависит только от Кертуака или выдача каких-то титлов на квартиру и еще что-то, и они не смогут ничего получать, потому что это зависит от одного человека, который не приходит на работу, который занимается всем, что хочешь, но только не своими обязанностями. Я думаю, будет и соответствующая реакция. Да, как говорится, не надо ходить к бабушке-гадалке, когда можно прогнозировать, что одним из предложений от столичного мэра станет предложение, так сказать, найти место для 20 его заместителей, которые будут сидеть и вот это все делать. Потому что по закону у него не могут быть более 4 как таковых, но он себе придумал в том же законопроекте целый свой аппарат, да, с доверенными лицами, которые будут действовать у на период его. У которых будет факсимилия, да, и будет печатать росписи Бремара на каждом. Что-то мне подсказывает, что все это даст очень хороший заработок всем в будущем юристам, потому что потом все это надо разгребать. Конечно. И оттягивание, наверное, ситуации, вот пытаться отсрочить, допустим, неизбежные наказания тем чиновникам, включая нашего столичного градоначальника, за содеянное сегодня в столице, мне кажется, ну, бессмысленно, потому что рано или поздно все равно это ляжет на плечи этих людей. Вы знаете, я согласен с вами, что рано или поздно это ляжет на этих людей. Но вы понимаете, то, что делает сегодня градоначальник, и то, что творится у нас в Кишиневе, это все мы будем разгребать еще, я думаю, что где-то сотню лет. Почему? Потому что даже то решение по, я не знаю, постройке какого-то дома на детской площадке, этот дом, он еще простоит лет 50-60. И вот то уродство, да, я извиняюсь, что творится сейчас в Кишиневе, это будет чувствовать как минимум 3-4 поколения кишиневцев. И не дай бог дать новые, другие, более, скажем так, расширенные полномочия примару, так он... Это поощрение беспределов. Воспаленный его ум и фантазия доведет наш город, на самом деле, до какой-то деревни. Как говорится, осуществляется день хорошо. Будем ждать развязки коммунальной этой интриги. Потому что, я так понимаю, завтра заседание парламента, и, возможно, и там уже продолжатся эти баталии. Спасибо вам за этот разговор. Будем следить и... Знаете, сказать, что болеем, нет, конечно, мы страдаем. То есть мы не болеем, мы страдаем, потому что живем в этом городе и понимаем, как сложно реализовывать и свои профессиональные, и человеческие способности, и тоже и человеческие способности по воспитанию будущего поколения, которым надо объяснять, почему именно так в этом городе, а не так, как там, где бываем, когда, допустим, моменты отдыха, отпусков, показываем, какие города могут быть еще. Спасибо. Будем стремиться к лучшему. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был депутат парламента Василий Боля и муниципальный советник Максим Лебединский. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго.